Доброе утро. Сегодня мы снимаем не совсем обычный влог. У нас будет видео, что едим в течение дня. Начнем мы с того, что чуть-чуть подкрасимся. Сегодня, кстати, первый день, когда я встала раньше 8 утра, с тех пор, как заболела, потому что мы до сих пор не можем вернуть режим. И по разговорам наших друзей и знакомых, сейчас у всех такая проблема, почему-то все очень поздно ложатся, поздно встают. Так что вот сегодня была попытка чуть-чуть наладить режим. В принципе, она почти удалась. Это, конечно, не 7 утра. Встала я в 7:40, но были дни, когда мы спали до 9:30. Так что это успех. Сейчас, конечно, жутко темно в квартире. И на самом деле в телефоне я вижу себя даже лучше, чем в зеркало. Вообще, я уже снимала видео, что я ем в течение дня, но в итоге удалила его полностью, потому что мне в нем половина нравилась, половина не нравилась, и я решила, что лучше просто не буду им заниматься, раз у меня такие неоднозначные чувства насчет него. И как бы целое видео пошло, так сказать, в мусорку, хотя я там даже готовила пирог из цукини. Там еще что-то интересное, но как есть, как есть. На следующей неделе у меня, кстати, произойдет одно важное событие, которого я очень боюсь. Не помню, говорила ли я об этом в других видео, но, наверное, пока сохраню интригу, и потом выйдет прям целое отдельное видео об этом. Вот, так что эта неделька, скорее всего, будет чуть-чуть нервная. И волнительно. Так, почти все. Сейчас нанесем румяна. Надеюсь, одинаково, потому что я ничего не вижу в зеркале. И в телефоне я очень далеко. И надеюсь, на случай. Так, в принципе, брови. Ну, теперь все. Можем идти готовить. Готовить сегодня мы будем гречку с авокадо, с яичком пашот, с лососем и с квашеной капустой, которая, кстати, очень полезна для нашего для нашего ЖКТ, соответственно, полезна для кожи. Так, что мы делаем? Нашу гречку мы сначала промываем. Всегда сложно помнить, сколько гречки нужно сыпать, потому что я каждый раз делаю это на глаз, каждый раз думаю, что я это запомню, каждый раз не запоминаю. Промываем под холодной водичкой. В идеале сделать это прямо до прозрачной воды, но я не знаю, сколько лет нужно ее промывать, чтобы вода стала прозрачной. Так, гречка у нас готова к варке. И займемся всем остальным. Гречку в нашем доме едят не всем. Поэтому вы, наверное, думаете, сколько круассанов она еще будет готовить. Не знаю. Не знаю, господа. Беру авокадо. На самом деле, эта гречка у нас дымит. На самом деле он не айс. И мне кажется, хорошо дозреть он уже. Не дозреет, так что не знаю. Ладно, разрежем, посмотрим.
Но он как будто сверху такой мягкий, внутри твердый. Если он не очень, это, конечно, будет грустно, потому что гречка без авокадо для меня не авокадо. Гречка без авокадо для меня не гречка. Ну, он хотя бы хороший. Размер косточки. Ладно, сейчас попробуем отковырять что-нибудь. Так. Сделаем вот так. Так, ну что, сейчас нарежем лососик тоненькими слайсами и... А, кстати, водичку на яйцо пошот. Я тут вышла в магазинчик, потому что у меня нет особо продуктов ни для ужина, ни для обеда. Сейчас будем что-нибудь импровизировать. Я думаю, на обед сделать какой-то сэндвич. Хотелось бы с авокадо, но они, блин, у меня твердые, поэтому, скорее всего, купим какую-нибудь моцареллу, помидорки и что-то с этим сообразим. Я уж дома. Сейчас будем делать обед, но сначала я хочу замариновать филе на вечер, чтобы оно успело хорошенько пропитаться всеми специями и приправками. У меня две штучки. Добавляю, в принципе, по классике всегда соль, черный перец, красный перец, паприку и, если есть, то готовую приправу для курицы немножко. Надеюсь, вы оценили, в каких у меня все красиво в баночках. Начинаем делать наш сэндвич на обед. Я уже поджарила хлеб, слегка его сожгла, но нормально. Как обычно, основа у нас творожный сыр. Так, наверное, опущу камеру, чтобы было видно. Это наш хлебушек. Выкладываем на него шпинатик. Последнее время питание у нас было не очень здоровым, поэтому сейчас стараюсь добавить побольше зелени в рацион. Берем мою любимую моцарелку. Так, сори, у меня кончается память. По чуть-чуть удаляю, что есть. Значит, мы порезали моцарелку. Сейчас у меня еще есть немного вяленых томатов. Я их порежу, выложу на шпинатик. Это я все проговариваю на всякий случай, если вдруг память закончится. Их я мелко порежу и выложу наверх. Короче, телефон не хотел сдаваться. Пошла, чуть-чуть скинула видео на ноут. Все, сейчас можно спокойно продолжать, слава богу. Так, я вас снова переворачиваю. Значит, это наши помидорки. Сейчас мы их мелко порежем. Нашу моцареллу кладем сверху и добавим помидорку наверх.
Такие псы берутся. Так, у нас уже с вами вечерочек, так что сейчас будем делать ужин. Сегодня буду варить киноа, буду готовить филе, которое замариновала еще в обед. И сделаю это, возможно, все в формате салата со шпинатиком, с помидорками, с перчиком. Короче, что-то такое, сейчас придумаем. Так, начнем с киноа. Киноа мы промываем под водичкой, тоже до прозрачной воды примерно. Сейчас промоем шпинатик и руколу для нашей основы. На тарелочку сразу же выкладываю нашу основу. В принципе, можем так и оставить. И уже начну жарить курочку. Курочка и киноа у меня уже готовы, так что можно, в принципе, их добавлять уже в наш салат. Сейчас посмотрим, как у нас вышло филе. Приготовилось идеальненько. Я отложила киноа, чтобы она чуть-чуть остыла. Сейчас будем добавлять ее в салат. Добавляю не очень много. И теперь красивенько выкладываем нашу курочку. Ну все, в принципе, ужин готов. Спасибо, что посмотрели.